Друзья, всем привет! Сегодня 5 июня, я нахожусь в агроцентре Самара. Ровно 2 недели назад, вот на этом самом поле, у нас появились сходы кукурузы, которые в этот же день были атакованы грачами. Эти вредители, а по-другому их никак не назовешь, выклевывали растения кукурузы и оставляли после себя небольшие ямки. Мы пробовали бороться с ними, натягивали различные отпугивающие ленты, но все это было бесполезно. И буквально в течение 2 дней посевы были полностью практически уничтожены. Нам пришлось это поле заново пересевать, то есть мы здесь заново посели кукурузу. И чтобы еще раз не столкнуться с этой проблемой, мы приобрели вот такой вот прибор. Называется Коршун 16 Pro. Это акустический отпугиватель, который имитирует крики хищных птиц, а также крики раненых птиц различные. Прибор, в принципе, довольно простой. Для его работы необходим источник питания. В данном случае у нас это обычный 12-вольтовый автомобильный аккумулятор, то есть 4 динамика и, естественно, сам прибор. Настраивается прибор несложно, то есть здесь вот регулятор громкости. Второй регулятор, это регулирует таймер. Здесь установлен плавающий таймер для того, чтобы птицы не привыкали. То есть и в 4 положения. Первое положение — это примерно срабатывание через 2-4 минуты. Второе положение, где написано B, это срабатывание там 8-12, через 8-12 минут. Ну и так далее, там 18-20 и 25 минут. И крайний правый регулятор — это регулирует, то есть переключает голоса птиц. То есть здесь можно на свое усмотрение поставить различные голоса. Прибор нам этот очень помог. Вот сейчас можем наблюдать. Вот они, всходы кукурузы наши. Всходы целые, неповрежденные. На поле птиц нету. То есть прибор себя очень хорошо зарекомендовал для отпугивания. Данный прибор, радиус действия данного прибора где-то около 16 гектар. То есть этот прибор в районе 15-16 гектар будет отпугивать всех птиц, которые могут нанести вред посевам. Вот так прибор срабатывает.